Хочу всем пожелать получить наслаждение от красоты танца, хорошие эмоции и действительно, чтобы сегодня состоялся этот замечательный и красивый праздник. Всех с праздником! Бальные платья и отглаженные рубашки, прически, которым позавидуют лучшие стилисты страны, макияж и отточенные до автоматизма движения. 20-й юбилейный турнир «Разрешите пригласить» по спортивным танцам на Кубок города Читы собрал более 300 пар на паркете драматического театра. Спортсмены из Читы, Улан-Удэ, Иркутска и других городов Сибири и Дальнего Востока приехали сюда, чтобы показать всю грацию танцевального искусства. Егор Случик и Виктория Васильки из Иркутска занимаются танцами с 6 лет. Опыта за плечами немало, но волнение все же есть. Ну, танцевать было хорошо, паркет хороший. Да, тебе скажи. Тоже паркет был не скользкий, как на некоторых турнирах. Пары танцевали просто прекрасно. Если честно, мне кажется, то, что это лучший турнир, чем другие некоторые. Отработанную программу Егор и Виктория продемонстрировали членам жюри и прошли дальше, в финал. Впереди еще несколько выступлений от участников разных возрастов, начиная от 5 до 18 лет. Участвую уже очень давно, с 8 лет занимаюсь. Выступила достаточно хорошо, заняла 2 первых места в своей категории, в юниорах 2 D-класс. Хорошо выступила, хороший результат. Поддержать и поболеть за юных спортсменов пришли не только их наставники и друзья, но и полный зал родителей. Ну, она просто болеет этим спортом и без них, наверное, жить уже не сможет. Да, ребенок сегодня выступает, вот решили с женой прийти, присутствовать, посмотреть выступление. Первое выступление для нас – это радость, конечно. На заключительном гала-концерте спортсмены исполнили танго, румбу, фокстрот и пасодобль. А после соревновательной части организаторы турнира показали всем собравшимся фильм, в котором можно отследить всю историю забайкальского танцевального пути. Сегодня читинскую танцевальную школу успешно представляют за пределами региона Евгений Будяк и Наталья Чупина, Вячеслав Антонов и Полина Золотарева, Денис Баранчаков и Жанна Циренова, Владимир Моисеев и Мария Дукер. Полюбились публики Дмитрий Поречный, Андрей Рыбакин и Алиса Радченко, Илья Швец и Ксения Горилова, Владислав Минашкин и Мария Сизикова. Этот турнир все ждут, это 20-й юбилейный турнир. И мы, конечно, подготовили, во-первых, историю турнира, она в фильме будет отображена. Мы подготовили показательную программу, то есть вот и судя по антуражу, который есть, это именито, престижно, и зал будет полон, я думаю. Григорий Анипер, Никита Дроздов, РТК «Забайкалье».